Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Алиенору Аквитанскую в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать просмотр с самого начала. Кроме того, напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Юнит... England, what do you want for the units? Well, I think... Melee? Or siege? Yeah, I think melee. Or no. Okay. No. I have... Really nice God Imperial. You have anti-gavler, right? A lot of it. And range. Range. I think range. Does range work for you? Well, I have more anti-cavalry units. I have pikemen against you, but it's not worse for you. This And voting for anti-cav is fine for me. But okay. If you take pikemen and knights together, it's welcome. God, I don't care about anything. Can someone send Diplo points to Interkill? Yeah, Diplo points to Interkill, and let's do double merchants. Great, I'm doing that for you. Can you send to a voice, invoice, and Interkill? Cooper, what about double admirals? I did admirals. Let's do merchants. I voted admirals. I vote a great merchant. For you, Cleva. Thank you very much. And... Вот адмиралы прям очень хорошо. Они сейчас, после патчи многих, они сейчас нормальные стали. Они считаете замену торговцам великим. Приличная замена торговцам. Поэтому... А так как у нас тут все эти уникальные районы, юниты как раз все на это дело... Дальнобойность. Все равно торговец прошел. Блин. Зря потратил. Мы просто подождем, когда появится район. И убьем его. А, блин, завершил. Верфь завершил открытие массового производства, мог ускорить лесопилкой. Вот это я зря. Ладно, давайте замки и стремя откроем. Так, здесь карточку ставим. Great. Блин, я забыл, что я тут хотел поставить. Ну, осадные юниты, наверное, мне уже не надо. Так. Макиавеллизм. Торговые пути. А, первый посол. Вот это. В Нанмадол. Важно. Мне вообще 6 надо делать. Так, теперь верфи покупаем. А где не можем купить, строим. Америку встретили. Так, я еще двоих только не встретил. И тут у нас лидеры явно Купа и Голландия, я смотрю, по науке.
По культуре я еще попытаюсь догнать. Ну, у меня главная проблема в том, что у меня просто мало городов было. Я не мог. Купы, конечно, круто расселилась, я ничего не могу сказать. Это прямо супер. Так, это к Магнусу относится, да. New grass. Интересная карта тут получается. Так, вообще мне бы бомбарды открыть такие. Оружейную надо построить. Ага, значит, это здесь надо конюшни. Или казармы. Давайте казармы, потом оружейную. Торс дель Пайне. Ну, зашибись. То есть вот эта территория, на самом деле, она должна была сюда плыть и тут высаживаться и, собственно, жить. А это вот моя территория, мне так кажется. Ой. Пожалуй, к арбалетам лезть не будем. Мария, send you a deal. No, what happened? Say Marius. Ah, I thought you said Maori. So gas. Requiem, can I have all your money? Of course not. Little bit? Rabaya, good thing. Oh, yeah. Bomber. Так, что у нас тут? Технологию замки. Губернатор Лян в Бирмингеме тут можно покупать. Ну, надо поставить сначала карточку на... Ну, мне сначала верфи надо выкупить везде, где только возможно. Особенно в Бирмингеме, кстати, купить верфь. That's for Mary. Очередной золотой век в империи британской наступает. Что, наверное, реформу денежного обращения возьмем. Сход евангелистов точно нет. Веры у меня маловато, да. Давайте. Мне надо верфи покупать. Например, вот так. Когда он тут уже достроит военный лагерь? Чтобы его атаковать можно было. Так, в Шеффилде. Мне просто интересно, сколько священное место тут будет давать. Плюс 4. А религии все основаны? Нет. Даосизм и конфуцианство у нас соперничают. Ну, я тут, наверное, верфь построю. Вообще надо пересаживать Магнуса, наверное. Куда, правда, непонятно. Если я здесь акведук поставлю, то тут промышленная зона все равно мало будет давать, да? Ладно, давайте акведук. Промышленную зону сюда. Верфь я куплю лучше. У меня тут довольно быстро накапливаются. We're at peace, right? So it really doesn't matter. You don't have a religion, though. Yeah, but I get blood points, and it's nice. На самом деле, я могу еще расселить. Religion, I could do
You're побольше расселить этих жителей. Давайте подумаем. It's way more than не, ну Магнуса куда вот мне пересядать? Тут я уже ничего вырубать не буду. Осталось пару лесов ради лесов терять бонусы от того, что у меня тут сидит губернатор, наверное, не стоит. Наверное, не стоит. До третьего уровня прокачал арбалет. Давайте я, наверное, поставлю... Так, первый посол убираем. Ставим плюс 2 влияния. Вы... Подождите, а я шпионов могу вообще производить? Да, могу. Так, вот этого отправляем купы. Блин, потому что я в Голландию. Нету коммерческих районов просто потырить. О, в Голландии уже аэропорты. Уже аэропорты. Охренеть. Смотрите, как чувак развивается. 78-й ход. Он в... вот здесь. Это просто мрак. Это просто мрак. Вот, смотрите, какая красота у Голландии. 16, 12, 14, 14 кампуса. Ну, у него стоит, хорошо, карточка стоит на соседство, да? Плюс 100%. То есть, и так они 8, 6, 7, 7. Понимаете? Какие... кампусы здесь. Какая тут наука. За счет чего? Раз, два, три, четыре очка за соседство с горами. Очко, 5 очков за соседство с правительственной площадью. Кстати, а я не знаю, откуда еще у него тут. Откуда у него тут 8... А, тьфу ты, река же. Река дает плюс 2 всем районам на ней у Голландии. Это способность Голландии. Все. Это трындец. Это трындец. By which I mean, can you bomber it once and let me take it? It's a gift. It's a wedding gift after, you know, after our beautiful proposal.
pay today, one. Yeah. There's no rush. Egypt, you peace or I pillage? What's the deal? Marius. Yes, what? Peace. Send you. Кто там объявил? А, Реквием объявил войну. Сейчас голландец будет забирать. Well, now I think that we gonna vote for Sisi because Requiem have planes already. Just wait a couple of days so I can attack France. I really want to do something with my army. Requiem too far. Requiem was too far when we started. I don't know. It's fair. I wanna kill France and then I find to CC. I'm not playing it for first. То есть, ну, это просто нереально. К 80-му ходу чувак уже вот здесь. То есть здесь что-либо невозможно, по-моему, сделать. Для какого-то адекватного сопротивления. Вон, Булонь уже захвачена. Он уже точно в самолетах. Я не представляю, как бы, что... Как тут можно сопротивляться. Так, где у нас еще верфь? Да. Я здесь вырубаю, потому что тут всю ромашку, я надеюсь построить. Так, что у нас тут за... Who's spying on me? Not me. Jessica. Well, it actually isn't me, I don't have any spies. Yeah, I mean, it must be France, come on. But France doesn't know my card. I think it's England. Тут куча территории, а мы почему-то скопившись вот там находится. Дикая кишка просто вот. По-моему, вот здесь как раз и должен был купы развиваться, сидеть, а не ко мне идти. I didn't hear you. I said, do we renew our friendship or do I kill you if I can compete with us? Oh my god, please don't kill me, no, no. Kill Requiem better. Yeah, we have to bend the guns. Considerably harder. We have to band against the superpower. Какое... Что она меня пугает батлшипами? Диана, она вот тут только. Батлшипами меня убьет. Не, она, конечно, впереди меня по науке. 216 против 106, я не спорю. Кстати, а у нее ко мне бегают вообще караваны, да?
Так, просвещение. Рационализм берем. Пока только рационализм. Да, не особо много добавилось, прямо скажем. Карта, конечно, интересная сгенерировалась, но... У меня очень мало территории, очень мало где я могу расселиться. Джабель Баркал нафиг надо, строителей делаем здесь. Where is Requiem? Why are we at war? Because France is your ally. Oh, he declared a France, yeah. Not for long, not for long. Then we can make peace. Ну, голландец забирает Францию. У него просто самолеты. Я не знаю, что он француз может ему сделать. Ничего не может. Китов себе возьмем. Так, а поторговать с кем-нибудь я могу. Цитрусовые два. Табак. Вот давайте. Табак. А, у него есть пряности. Тогда с Австралией, что ли? Да. Так. Табак выторговали. Что еще? Вино у меня есть, киты у меня будут. Цитрусовые из Голландии. Yeah, you have fun, boys. No. Two turns. Three turns. Two turns. О, аккад встретил и немцев встретил. Please don't. Wait, which one are you doing?
No, I'm talking about this. Oh, you want me to get this then? My other ally seems to be trying to steal my other one, so I've got a bit of an issue. Excuse me, what I tried to steal from you? My suzerain. Which city-state? The one you've got four in. No reason to have four in it. You can say Nan Madol, no? Well, Nan Madol, yes, because I have... I want some culture. Так, это голосование, чтобы объявить войну. What I don't have? But two. Yeah, stay out of it. You don't need six. So stay out. I build right now. I build museums. Так, меркантилизм открылся. Торговлю все попринимали. Художественный музей. Тут что? Тут тоже театралочку давайте. Верфи везде есть, да? Есть. Есть. Строится. Есть. Это мне надо катапульты будет сейчас апгрейдить, поэтому или национализм открыть, ладно, национализм возьмем. Ну, смотрите, в этом городе мне уже негде просто районы даже ставить. Некуда. Day off this week. Hello, Mr. Blaze. Hey. Tired. О, последнего встретил. Египет. You don't do anything. Yeah, I do. I'm ill anyway. Ну. Ill. Mm-hmm. I've got a tummy bug. I've got. Я бы сказал, что я на втором месте здесь official после Купы и Голландии. На третьем месте. Yeah, medical diagnosis. My head hurts. It's burning. It's a real thing. I just don't know which. I can't lie to you which bacteria it is. I dropped my penis last week. Come here and say it. You should wash it off before you use it. Oh my god. I washed it. Where? Обсуждают мытье гениталий перед использованием. Amazing. Amazing. It's not the. Oh. Shoot me, man.
Достроил военный лагерь все-таки. Good. My hangovers are getting fucking brutal. It's old age, it's what happens. I know, I don't like it. Like, it's four so beers and I wake up the next morning like, oh, God! Honestly, it's the worst. Like, Oktoberfest, like, так, you can go into ладно, summer 21, я их отключу so пока. Now it's so hard. Like, oh. You're getting old, that's why. It's like going to bed at 2 a.m. and then getting up at 7 to start drinking again. It's like, not bad. Yeah. Rain it in. 32 денег, а, идет? Чисто с одного. Yes. Так, оружие, художественный музей no, построили. For the hangovers. Wine is so much worse. Давайте акведук вот здесь и сделаем. Yeah, they say the clearer the drink. А чё он меня, он два раза проатаковал? То есть он, его там забирает. The beer kicks for everybody if you drink too much. Его там забирает голландец, но он главное от меня поотбиваться. Как всегда. Oh yeah. Oh my god. Так, куда пойдет? Wow. Exactly. I used to be able to go to work. Now I cannot drink on school night. If I'm working, there's no way I'm drinking the day before. Like even. То есть, когда в игру она тихо говорила, сейчас потрындеть за милую душу. Так, плюс один, ну вот сюда я бы ставил. Тут плюс один идет от стратегического ресурса лошади, но тут у меня будут шахты вокруг. Old man. Я понимаю, может вам интересно там послушать, что они говорят. You can lose, yes. У него два раза стреляет, потому что тут Виктор, он даже своего Виктора посадил. Только бы не дать. Как-то не больно. Man, I got military alliance with this guy. And he didn't declare on the one I wanted to fight. So I'm just going to kill him instead, but I had to wait 18 fucking turns. Because I just made the alliance. But at least I have like almost 10 cores, so hey. Who are you talking about? No, actually this game. Ah, у него уже альянс с Австралией. Oh, how long? I see. It's gonna be. All right, two turns. Француз. Very soon. Вот видите, как плохо иметь в таких поиграх соседа, который не общается, ничего не договаривается. Вот тут даже Шумер возмущается тем, что француз с ним не заключил военный союз против меня. Так, 4, 3, ладно, давайте этим шахты делать, а этим улучшение подлян, а не подлян. Так, китов получили, прокачиваем шпионов на голландцы. No, it's a rough one for America. Oh my god, guys. I mean, he's got 88 military. You sleep, you're sick, you're stole from me. Америка 88, армия, Египет 132.
Ну что, по дану построить? Не. I think Requiem likes it as well. I don't see any wonder to use. Ракотка, чеченица. О, а где эта чеченица? Где-то купе у себя построил. О, ну тут красиво, да. Нормальненько, да. Ну это вообще чудо для купы, прямо скажем. Тропические леса. Вообще вот это ее территория должна была быть. Тут она не должна была высаживаться. Шекспир родился в Англии. Man, you stole my replics, my words, my head hurts, I'm sleepy and stuff like that. You stole it by yourself. Group therapy, it's calling. Hey guys, vote for him, I mean. Возрождение средневековья формирует корпус. Нет, я тут не хочу нигде корпуса делать. Поехали дальше. Who is? Почему я бы в баллистику? Давайте в баллистику лучше. Ах, господи, задолбал он там перекупать эти города-государства. А, мы уже голосуем за то, что тут победил. А, нет, это Райер хочет... Надо отступить, ну блин, сидеть тут это колупать, вообще никакого желания нету. Франция 61 науки, ну я, у меня конечно тоже все плохо, ну плохо по сравнению с Голландией, так все если бы все остальные остались, было бы нормально, даже Шумер вон уже развился неплохо. Yes, what's wrong? Fucking hell, Intergal Reed! We've literally just voted on his irrelevance. Okay, yeah. I thought it was... He just need too much confidence. I thought it was Usmip who voted. Voted against him. Why would him. I? No, exactly, that's why I thought also. I should... Okay. Are you really playing this game? No, sometimes not. You don't just pause in the middle of a turn. Fucking turn. Fucking eye. It doesn't right, pass, it's 2 minus. I want to have some is it
Узмит's just taking a city, so it's an invalid. Клавер, the Requiem is taking friends cities. I mean, he hasn't taken a city in my 5 turns. It's it, okay. It doesn't matter. I'm gonna swoop. It's okay. I just want to use my units. I can't just keep sitting around for nothing. It's an invalid vote, it doesn't count anyway. Короче, Шумер настолько зол на француза, что он голосует против победы голландца, чтобы... Он говорит, я хочу захватить город Франции хоть один. Вот так вот довел человека. Но, с другой стороны, Шумер как бы сам... Я не знаю, то есть я до сих пор не понимаю, почему он союзился с французами вместо того, чтобы союзиться со мной. А, я тут выйти не могу. Художественный музей. Так, давайте фестивали на театральных площадях проводить. Давайте амфитеатр построим, а купим мы потом художественный музей. Подождите, я тут отступить вообще хотел. А, я уже обстрелял его район. Блин, надо арбалеты построить и в корпуса объединять. Надо отложить, наверное, баллистику, объединить в корпуса. Корпусами пушек уже атаковать Марсель. Вообще с лояльностью это. Американец у меня какой-то. А, это чувак вышел. Наконец-то с Шумером военный союз. Так, а что у нас там вообще с лояльностью? War again. Когда я там буду влиять на всех? Отложим, значит, баллистику. Мне надо 3 арбалета. Долго строится. А покупать сколько? 360. Это, кстати, немного. Блин, не туда отошел. А, ну вообще, в принципе, могу тут еще одного купить. В общем-то, вот вам и 3 арбалета.
Так, тут надо художественный музей все-таки строить. Я его хотел купить, но теперь построю. Может попытаться как-то культурой победить? Так, у нас рассинхронизация с кем-то. Ну, проблема вот, что у меня просто не было куда города ставить. Захватывать Фес, он говняный. То есть, в принципе, я тут на Францию. Yeah, he's trying to take my capital. Germany is trying to take Egypt cap. One. Blink. Oh, there's a new tone. Sorry, three, I... two, one. And Poland. I like the так, там мой version one. Агент стырил денежки. Yeah. Let's pause. А, наверное, могу уже купить все-таки. Jessica, in Hong Kong we да. Describe how many people like you have a lowest laughing point. Oh, I just giggle everything. Yeah. Yeah. I just find life hilarious, to be honest. It's just I do. I just have it's nervous laughter. Nervous laughter. Так, объединили. Теперь давайте в баллистику выйдем. Oh, Requiem, you're so fucking stupid. I don't know your intention, and this city is good to defend. Sounds like war. Perfect. I borrow all your money. Провожу фестиваль на театральных площадях, чтобы получить этих великих людей, культурных писателей, художников, музыкантов, вот это вот все. I don't know. Tell me. Tell me. You're taking my loot now. Так, you want the city on your top? Coming through. Клетку скоро добавить. No. Обрабатывать. I want the city because of the fucking Machu Picchu. Yeah. Okay, and then you stop, right? Don't come to me, right? Of course, I'm ready to CC. I'm just unhappy. You're now getting my loot. Hey, declare on me and take the city. This is the most impolite way. When people eating, you just eat their stuff. I didn't know what your intentions. I don't know. You're like the hyenas in the Africa. You know hyenas? Короче, знаете, кто возмущается? It is like a dog. Бразилец возмущается, что голландец не дал ему забрать город Франции, в котором есть чудо, то есть типа ради просто чтобы Africa. Выше быть в поминут. Ребята просто на место играют, они не играют yeah. лидера остановить вот это, чтобы подольше поиграть. Large in numbers, so здесь голландец офигительно, ну то есть вот это вот это ну как это могло вот это произойти? То есть человек, у которого бонус за соседство... Я помню, у меня, например, была игра за Голландию, где я вообще не имел рек вообще никаких. А тут чувак, который имеет соседство бонус за реки, смотрите, как у него река расположена, так тут еще и горы вот такие. И вот он строит вот такую вот ромашку и все. Я не знаю, что тут можно поделать, в принципе. Как можно player, right? бороться вот с таким развитием? You see people. Come, take the seat. No, not more. Huh.
Или в Нанмадол лучше два. Jessica, if you want to get ну, first, then move minus. Теперь мы, наверное, голосуем за то, чтобы голландец победил, и мы закончили эту партию. Ну, мне не интересно играть на какое-то место. Вот здесь какие... Я вначале как-то странно начал развиваться, но давайте подумаем. По идее, конечно, лучше было бы сюда город поставить и сюда. Этот далеко, но если бы я тут не поставил город, сюда бы Маури поставил город. И у меня вот из-за этой, из-за этих гор, то есть я вынужден только 5 городов поставить. А так как Маури сразу уже плавает через океан, то есть когда я сюда приплыл, тут, например, все уже было застроено. Здесь вообще не... не вариант. Что-либо делать. Пытаться просто... в... Я пытался в культуру, но тут шумер изобразил, что он хочет на меня нападать. Мне пришлось подготовиться против этого нападения. Мне нападать на Францию даже вот сейчас тяжело, например. Но если бы мы с Шумером засоюзились, мы могли француза распилить вообще без проблем, как мне кажется. Но он предпочел союзиться с... Automatically, it's 0-0-1 at me. It's past time, Cinderella time. There's one minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guys, you need to vote. We are 9, no? 1.5 hours. Все, голосование завершилось. Голландцы признали победителем. People like to play. Вот посмотрите еще, кампус, ну, 12, с одной горой, то есть, ну, грубо говоря, 6 тут. Не будем считать эту карточку на плюс 100%, 6. Потому что плюс 2 от геотермального поля, плюс 2 от реки, это плюс 4, плюс 1 от горы и по 0,5 от районов, от центра города и... промышленной зоны, то есть еще плюс 1. Вот вам плюс 6. Просто, просто с одной горой. Плюс 6 с одной горой. Тут бонус от рек не складывается. То есть он не имеет тут плюс 2, плюс 2. Плюс 5 кампус. Ну тут две горы, считайте. Вот это как же красиво у него выложено. То есть тут бессмысленно вообще было... играть, например, что-то делать, потому что это какое-то нереальное развитие, это что-то не сидеть на очки играть, типа француза, так тут голландец просто может всех забрать. Смотрите, смотрите, где он уже. Он в эпохе атома просто. Просто в эпохе атома. Румыния. Мрак. Ну, в общем, вот такая партия. Я думаю, что она быстрая получилась, зато немного серий будет. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!